В минувшие выходные в округе прошли небольшие метели, которые прибавили забот подрядной организации на зимнике. Чтобы снежная трасса была не только обустроенной, но и безопасной, сотрудники ГАИ провели традиционное мероприятие «Зимник». 2 дня на участке дороги на Ренмар поселок Харьягинский представители ГИБДД проверяли обстановку и состояние аварийности. Кроме того, в ближайшее время будет осуществлена проверка организации работы и технического состояния контрольного пункта полиции на региональной дороге по маршруту на Ренмар-Усинск. О том, как проходит операция, по телефону нам сообщила старший референт группы информации и общественных связей ОМВД по Ненецкому округу Анастасия Зубеня. В ходе проведения специального мероприятия «Зимник» сотрудники отдела ГИБДД проверили водителей транспортных средств в количестве 113 единиц автомобильного транспорта, а также составили 9 административных протоколов. Кроме того, с водителями проведены профилактические беседы, направленные на недопущение совершения дорожно-транспортных происшествий.